Но игры в Бразилии оказались не так популярны, как планировалось. Знаменитости одна с другой отказываются от поездки на Олимпиаду. Уже точно известно, что в Рио не полетят голливудские звезды Дэниел Крейг и Николь Кидман. Актеры имеют рекламные обязательства и должны были посетить игры, но оба отказались, объяснив это решение занятостью на съемках. Ранее не посещать Олимпиаду из-за опасения заразиться вирусом Зика приняли принц Уильям и Кейт Миддлтон. Не поедут в Рио многие мировые лидеры. За день до церемонии открытия свое присутствие подтвердили 28 глав государств и правительств из 50. Европу будут представлять лидеры Франции, Германии и Португалии. США делегируют на Олимпиаду госсекретаря Джона Керри. Также известно, что в Рио приедут главы соседних Аргентины и Парагвая. Российский президент в Бразилии лететь не планирует.